появляются футболисты на поле. Слышим мы всем знакомый ласкающий слух марш Блантера. Он же футбольный марш. Соперники будут как можно меньше давать нам поводов отвлекаться на всякие факты. На... Пока ждем подачу Ведерникова. Навес на ближний угол вратарской. Где же мяч? Нужно заковыривать, и это происходит. Есть первый гол в этом матче на второй минуте. И по фирменному кульбиту догадываются астраханские болельщики, кто стал автором гола. Сапета. Ой, какой хороший пас, прошел, и удар не получается. На счастье астраханских игроков. Азнаур Гирюгов его наносил, но пробил, по сути, параллельно. В Ульяновском еще один навес. Здесь Олег Смирнов должен спокойно мяч фиксировать. Ой, Олег. Солнышко ослепило, судя по всему, голкипера Волгаря. Игроки Ульяновска сигнализируют о том, что мяч попал в руку Данила Ведерникова. И стандарт. Хороший момент, и Олег Смирнов. Половина поля. С Махмутов вперед налево. Арсений. Прострел в касание. Воронин выручает Смирнов. И вот это было уже совсем тревожно. Мяч прилетел там на подхвате Абазов. В касание. Астемир подает удар по воротам. И очень опасно это было. Снова Евгений Воронин. Да, Евгений Воронин. Ну и вот он, может быть, финальный аккорд, если хватит силенок. В подкате хорошо играет защитник Волги. Антон Анопа дает финальный свисток, оглашая о том, что снова Волгарь побеждает.